Всем привет! Сегодня хочу показать обещанное видео про остаток диффенбахии, который остался у меня в горшке. То есть я диффенбахию, кто видел мои предыдущие видео, огромная диффенбахия до потолка была, я ее всю срезала, и вот эта вот часть осталась в горшке. Вот посмотрите, никакие почки у нее не проснулись, она дала вот эти все листья, вот прям под низу пустила. Такая уже выросла красавица, это я осенью подрезала, обрезала вернее полностью. И вот это вот стоит, ну, где-то середина или какая-то часть тоже диффенбахи, вот это уже пустила вот с почки. Проснулась почечка и пустила вот эти листики. И вот третья часть тут стоит, ну пока мисс ничего ни с почки, ни с поднизу, но ждем. Так что вот такая красивая диффенбахия получается у меня. Внизу получилось... с верхушки, потом еще снизу она пустила, и вот эти. Так что не бойтесь, режьте диффенбахию, размножайте ее таким способом, все прекрасно, все замечательно. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, смотрите нашу страничку «Зеленый дворик» в Фейсбуке. Всем спасибо за внимание, всем пока!